Ребят, всем привет! Ловим последние осенние денечки. Солнечные. Солнечные, да, на улице ярко светит солнце. Прохладно, правда? Поэтому мы с собой набираем здесь эти кофты, курточки. Берем с собой. В общем, едем мы на пикник. На рыбалочку, шашлычок, в общем, и тому подобные прелести. Едем с друзьями. Мы уже были на этом озере. Вот приехали мы с ребятами, с друзьями, двумя машинами. Полянка классная. Место для костра есть. Вот кострище. Ай, как хорошо. Холодно, правда, очень. Мы прям курточки начали одевать. Потому что реально холодно. Шапки, наверное, тоже давай, Борь. Солнце светит, а на улице прохладненько, что уже прям курточки и шапки хочется натянуть. Ну, хорошо, что мы все побрали. У нас еще и кофты, и куртки, и шапки. И сейчас костер будет, будет тепло. Ты же дрова взял, Боря, да? Чуть-чуть. Хорошо. Мурка сразу же убежала. Траву есть, да? Мурка, траву кушаешь? Или вываливаешься в чем-то? Да, ты красавица. Ты красавица. Каждый день стоит у двери и ждет, когда же куда-то мы ее с собой возьмем. Каждый день, не поверите, стоит возле двери. Говорю, Мурка, потерпи. Переедем в свой дом, будешь в волю на улице играть. А сейчас, говорю, здесь в городе потерпи. Максим колеса, скажи, нашим друзьям моет. Мой, мой колеса, да. Брызгай на колеса, да. Чтоб почище были, а то мы по луже проехались, да, сына? Колеса грязные, надо их помыть. По грязи мы ехали, да. Пока сюда доехали, по грязи ехали. И папе пойди колеса помой. У папы тоже колеса грязные. Да? Давай, смотри, у папы тоже колеса грязные. Помой. Помоги папе. Давай, закрою. Давай, отходи. Давай, проходи туда. Нет, дверь не надо мыть. Только колеса давай мой. Только колеса. Ну что, забросили мы удочки. Боря там на спиннинг пытается с Борюсиком ловить. Боря! Два Бори, скажите привет! Привет! Боря на спиннинг, я как всегда на опарыша, на удочку. Сейчас попробую на опарыша, потом попробую на червя. Давай, держи. Максим Борисович. Раз, иди, держи. Помогает рыбачить, понимаешь? Помогает. Активно Максим мне помогает рыбачить. Подошел, говорит, дай мне рыбачить и все. Дай мне держать. Все, порыбачил? Пойдешь играть? Будешь пить? Все. Главное ребенку подержать удочку. Клево. Ты тоже хочешь подержать пару удочку? Пару раз что-то дернулось и все, а так не клюет. Может попозже будет. Ну, давайте. Ты тоже побросал, ничего? Не, пока ничего. Я побросал, вернулся к костру. Слушай, а как тепло стало? Хорошо, да, да, очень хорошо. Да, мы уже поснимали себя. Шапки, куртки. Красота. И так тихо, вода тихая. Да, так очень, хорошо. Очень классно. Это приятно. Закинем и прикормочку. Да. Вот так. Запашок им дадим. А ну, рыбка, ловись. Иди к нам, большая, маленькая, рыбаки подходят. Там рыбак сел ловить. Но он, правда, так далеко забрасывает удочку. Потом туда тоже подъехал. А я вижу, аж где он, аж поплавок стоит. Видишь? Подошел, ребята, здесь еще один мужчина. Говорит, здесь и окунек, и щука, и все ловится. И карась хорошая есть. Я посоветовал, говорит, и здесь тоже ловят. В основном здесь с этой стороны с семьями приезжают, потому что здесь есть такая полянка, где вот можно, ну, время проводить детям. А так посоветовал с той стороны, говорит, вот там три подхода к воде есть. Говорит, так проезжаете туда. Но там дети, ну, дети не погуляют. И там, говорит, очень классно ловить. Короче, вот озеро мы нашли рыболовное, где ловят и все время рыбаки сидят. Вопрос только теперь попасть на клев нам. Вторая наша попытка на этом озере, да? Да, вторая. И пока что ничего нету. Боря засел настраивать гитару Ане. Наш шашлычок жарится. Ну, если сыграют нам песни. Костер решили не разводить. Погода хорошо наладилась, и у нас мангальчик. Тоже можно возле него погреться. Ну что, ты уже вообще разделся? Все? Тебе прям тепло? Ну, мне чуть-чуть тепло. Тебе не холодно? Давай так, тебе не холодно? Ну, чуть-чуть. Так кофту одень. Не хочешь? Не хочет кофту одевать. Все, поснимал себя. Ну смотри, если будет холодно, одень кофту, хорошо? Хорошо. Таня, наверное, опять переворачивала, да? Нет, не переворачивала.
Мы тут по очереди, да, с тобой их крутим, размораживаем. Смотри, пока это жарится, потом там еще есть ребрышки мы взяли. А, и у тебя еще мясо, так что пока мы все жарим, оно разморозится. Ай, какая красота! Тут все кричат. Мы тут придумываем правила. У козявка дает возможность придумать разные правила. И Катя уже не знаем, что придумать. Катя такая, а давайте вот так делать. Перед ходом мы тут смеемся на всю катушку. Так, я хожу. Хорошо, да, первое давай. Меня это правило коснется. Так, а что мне выгодно походить там? Дед, ты сейчас пропустишь ход. А, ну хорошо. На тебе это правило, на мне, но конёт в лету. Во-первых, я беру суперкарту, а во-вторых, я беру вот эту карту. Потому что две подряд. И в-третьих, я выдумываю правила. Сейчас я тебе выдумаю. Подожди. А жалко, что здесь нельзя для конкретного человека выдумывать усложнения, такие правила. Знаешь, оно всех касается, даже тебя. Так, хорошо. А давайте не вот так. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Нас уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Ко мне, Мурка. Шашлычок, Мурка, давай. Шашлычок. Мурка на природе просто наслаждается. Мурка, кушай, не пугайся. Это не к тебе бегут. На. С ладошки дай ей. На. Не, а что будет с ладошки кормить? Что, маленькая? А что? Не маленькая, и так поест. Ребят, только не бегите сюда, не пугайте Мурку, а то она испугалась, вы убежали. Сейчас съест. Мы настолько классно проводим время. Играем в свинтуса, вот этот свинтус. Красавец. Показывал, да, ты, нет? Да, показывал. Такая, это самый крутейший свинтус из всех, которые мы играли вообще. Что, ты будешь что-нибудь кушать? Максиму предлагаем, не хочет ничего. Мяско будешь? Нет. Огурчик? Нет. А помидорчик? Нет. Ты к воде хочешь? Да. Пойдем посмотрим, проверим рыбалку. Зовет меня ребенок к воде. Надо тепать, а что делать? Тарелку возьмешь мою? Да, давай. Собрались мы, ребята, рыбы мы не наловили, клёва не было от слова совсем, все уже в машине, Мурка, он уже бегает в машине, видно ее, нет? Да. Ай-яй-яй, нет, Мурка, все, все, оставайся, пристегивайтесь все, не, Мурка, сидеть, место, Мурка. Классно, мы так под гитару хорошо с Аней попели песни, короче, классно время провели. Так что, ребят, будем ехать домой. Вот такой у нас получился воскресный денек с нашими друзьями. Пока-пока, ребят.